Всем привет и доброе утро, и добро пожаловать в Люксембургский сад. Как обычно, у нас продолжается такой полукарантинный какой-то период, поэтому все музеи, все на свете закрыто, все кафе тоже закрыты, в общем, даже не присесть нигде. А на улице, на самом деле, довольно-таки холодно, и еще и идет дождь. Но мы с вами все равно попытаемся погулять, и так как, опять же, больше делать нечего, я решила с вами сегодня обсудить тему, которую я давно не поднимала на канале, а именно, что меня удивило во Франции, когда я приехала сюда впервые или вот в первые годы здесь жизни. Потому что скоро уже будет 8 лет, как я сюда переехала, и, наверное, можно сделать такую немножко ретроспективу, да, подумать, вспомнить о том, что меня удивляло раньше, и посмотреть, удивляет ли меня это до сих пор или уже нет. Я надеваю обратно маску. Сейчас я завяжу шарф и вернусь через секунду. Ну и так как у нас с вами сейчас зима, да, несмотря на то, что у нас плюс 9, все равно ощущается как настоящая зима, мне пришло в голову как раз то, что меня удивило именно зимой. И, кстати, именно зимой во Францию я приехала впервые. Так вот, это было то, как французы одеваются. И не в плане стиля или чего-то такого. Нет, меня удивило то, что многие здесь носили балетки на босу ногу. Просто на улице дубак. Где-то, ну, по французским меркам вообще холодище, то есть где-то примерно 0 плюс 5. Очень часто можно было встретить на девушках, допустим, пуховик или что-то такое теплое, сверху какое-то пальто, а внизу просто-напросто балетки. Вот это вот меня очень сильно удивляло, тем более, что я приехала из России, где было реально холодно и все кутались. И, кстати, по поводу кутались, меня это не удивляло, но очень многих, я знаю, это удивляет, то, что здесь вообще не кутают детей. То есть, например, может быть довольно холодно, но ребенок может идти вполне без шапки или там без перчаток и в довольно тоненьком пальтишке, штанишках. В общем, да, это здесь тоже такое существует. Ты согласен или не согласен? Да. Что да? Согласен. Просто сразу совсем согласен, да. На всякий случай. Кто его знает? Кто согласен. Его знает? Лучше согласиться. Вот такая неприветливая погода. Зашли в Прет на секундочку, посмотрите на эти пустые полки. Ужас, ничего нет. В итоге взяли попить капучино и чаечек, потому что поесть там вообще ничего нет, если честно. И что удивительно, у них до сих пор есть вот эти пластиковые крышечки, хотя на самом деле с 2021 года уже нельзя их продавать и нельзя их использовать. Поэтому, не знаю, муж предположил, что может быть им разрешили... как сказать, их сток, что ли, закончить, может быть, запасы их, но... Ну, мимо такой витрины, конечно, мы пройти не могли. Смотрите, здесь прям есть с адресом. Кстати, обязательно пишите внизу в комментариях вещи, которые удивили вас во Франции или удивляют во французах и так далее. Но мы переходим ко второму пункту. Раз уж начали с одежды и всего такого, то следующее, что меня удивило, это то, что очень часто парижанки на велосипедах ездят в одежде, которая, казалось бы, совсем для этого не подходит. То есть, например, в юбках или в платьях таких довольно летящих. И на каблуках, да, то есть прям вот педали крутят на каблуках. Не то чтобы у них там с собой какая-то сменка или что-то такое. Хотя, наверное, такие тоже есть, но очень часто вот просто как шла на каблуках в платье, так и села и поехала. И да, меня это удивляло и, кстати, до сих пор удивляет. Вот самая удобная машина для парковки в Париже. Смотрите, хоп, такая табуретка. Следующее, что меня удивляло в первые поездки во Францию, это недоверие к крупным купюрам в магазинах здесь. То есть, когда в Москве без проблем принимали, ну, скажем, да, когда ты покупаешь что-то на крупную сумму,
какие-нибудь тысячные, пятитысячные и так далее, хотя как так далее, все вроде больше нет, то здесь, например, 50, а вообще тем более 100 евро, это было такое событие всегда, если ты их доставал, потому что, ну, как-то, не знаю, почему-то здесь огромное было недоверие к этим купюрам, и вообще ими никто не расплачивался, особенно в магазинах, и их всегда на 100 раз проверяли, и, да, в общем, смотрели немножко странно как-то так на тебя, когда ты ими пытался что-то купить. Ты помнишь, как я платила большими купюрами вначале? Да. И как они никак не хотели их брать. Ну, не то, что не хотели, но, в общем, очень неохотно брали. Ну, и туда же в сторону способов оплаты. Следующее, что меня удивило, это то, что здесь... Сейчас, кстати говоря, намного меньше, но тогда, когда я сюда приехала, и до сих пор это остается, хоть и в меньшем масштабе, это... Автобус. Это то, что здесь до сих пор люди оплачивают покупки чеками. То есть вот банковский чек, когда получаешь карточку в банк, тебе обязательно выдают чековую книжку, если только ты от нее не откажешься. И, ну, в общем, да, очень многие услуги можно оплатить чеком. И, кстати, часто бывает такое, что, например, у какого-то врача-специалиста, например, узкого, если это не клиника, а вот именно частный врач, можно оплатить наличными, можно оплатить чеком. А карточкой нельзя, потому что терминала у него нет. Но чеки, в общем, да, до сих пор в ходу, и ими часто пользуются. И, например, чтобы, скажем, когда вы снимаете квартиру, чтобы залог внести, да, очень часто, опять же, берут чек. В общем, вот такая штука. Да. Что ты думаешь по поводу того, что здесь до сих пор используют чеки? Для меня это какой-то такой рудимент, это который нормально. Давно... Это нормально. Очень обычно. Но все-таки сейчас, конечно, все меньше и меньше людей их используют. Скажем так, молодое поколение, мне кажется, практически только вот в моментах, когда действительно ничем другим не заплатишь. Апдейт по Нотр-Даму. Пока вот все так же примерно. Давайте посмотрим, что у них там на витрине новиночек. Что-то ничего знакомого. О, Маргарет Этвуд. А так, в принципе, про грибы интересно. Кстати, о магазинах. Следующее, что меня удивило, это... Хотя, в принципе, я знала, что они существуют, конечно же, но не в таком количестве, наверное, я себе представляла. Это то, что здесь очень много магазинов, именно таких независимых, маленьких. Надеюсь, что они после ковида все-таки выживут, но вот эти все самые сырные, мясные, фруктовые лавки. Я была, скажем так, более привыкшая, наверное, к супермаркетам большим или даже маленьким, но таким маленьким мини-маркетам. Нежели каким-то отдельным вот таким вот маленьким магазином. Для меня это скорее какое-то воспоминание из детства, когда вот были все эти хлебные, мясные, куда ходили отдельно. А потом как-то все больше и больше стали ходить по супермаркетам. Здесь эта культура до сих пор очень-очень сильна. И реально все эти рыбные магазины отдельные, ну, я надеюсь, что все-таки, опять же, как я уже сказала, не закроются и дальше будут процветать и быть популярными у французов. И, например, тоже мясо или что-то такое, какие-то продукты, французы считают лучше купить все-таки в отдельном таком маленьком магазине. Во-первых, ты поддерживаешь маленький частный бизнес, а во-вторых, считается, что там гораздо выше качество, несмотря на то, что, конечно же, и цена тоже выше. А мы с вами пока дошли до Сены, я хотела посмотреть, как она поднялась. И вот здесь не особенно. А, хотя нет. Вот уже даже видно. Ну, есть места, где она еще выше поднялась. Но вот у Нотр-Дама, видите, уже тоже залилась. Учитывая, что вот эти бортики уходят на несколько метров туда обычно вниз, и до них вода не достает. Уля-ля, да, вот здесь видно, что вся набережная под водой. Вот здесь обычно проходит набережная. И, ну, естественно, лестница частично тоже. В
некоторых департаментах, где в частности протекает Сена и, кажется, по-моему, Гарона, объявили там чрезвычайное положение вот как раз в связи с наводнением. Но вроде здесь еще она не переливается пока через край совсем, но довольно-таки высоко поднялась. Но учитывая, что у нас осадки продолжаются, все время дождь льет и льет и льет, я думаю, что она еще выше поднимется, конечно же. И мы проходим как раз через квартал ресторанчиков в Латинском квартале здесь. И да, конечно, практически все закрыто, но это меня наводит на мысль о следующих пунктах того, что меня удивляло. Во-первых, это было то, что везде здесь подается вода из-под крана, то есть в, как сказать, в ресторанах, в кафе, если вы попросите воду, вам по умолчанию принесут воду из-под крана, да-да. Да, она бесплатная, есть, конечно, и бутилированная, но бутилированная она намного дороже, конечно же, чем, допустим, в магазине, естественно, в несколько раз. Вот, поэтому все берут воду из-под крана, и сначала это меня пугало, как любого нормального человека, приехавшего с постсоветского пространства, наверное. Но, в общем, со временем я привыкла и поняла, что вода здесь из-под крана действительно питьевая, ее пить не опасно, ничем не заболеешь. Говоря о цветочных магазинах, это следующий пункт, который меня удивил, это то, что здесь количество цветов, число цветов не имеет значения. И очень часто их продают именно четным, скажем так, числом, то есть, например, 10 или, не знаю, 12. В общем, получаются четные такие числа, и никто на это не обращает внимания. Сначала я, как и все мои соотечественники, я пыталась посчитать, сколько цветов, допустим, в букете, который, кстати, ты мне дарил. Да. И я на самом деле, хотя я уже знала про то, что здесь это нормально, иногда я вытаскивала несколько цветочков и ставила их отдельно. Вот такой вот, представьте себе, такая сила привычки. Но потом я поняла, что это реально не имеет вообще никакого значения. Сейчас сама абсолютно спокойно покупаю четная, ну четная не в смысле две или там четыре, допустим, розочки, гвоздички, но, например, 10 вполне спокойно, и у меня уже нет такого, что четное число, четное количество, нужно обязательно достать несколько, нет, такого уже нет. Села съесть крок-месье, вот здесь он у меня лежит из Старбакса, потому что больше ничего не открыто. И смотрите, в Старбаксе до сих пор рождественские стаканчики. И вспомнила еще одну вещь, которая меня удивляла, это то, что сыр здесь не как закуска идет, а как отдельное целое блюдо, как сказать, как отдельный прием пищи. Точнее, как отдельный этап во время приема пищи. Идет он прямо перед десертом, после основного блюда, после салатов, всего такого. И здесь никто не ест бутерброды с сыром, тоненько, слайсиками его не нарезает и сверху на хлеб не кладет. В основном это прям брусочки, то есть это прям куски сыра. И даже сыр, который в теории можно размазать, какой-нибудь камамбер или бри, его тоже не намазывают на багет или там на хлеб. В общем, да. Единственное, где такой сыр, нарезанный слайсиками, может встретиться, это, наверное, в каких-нибудь сэндвичах, в каких-нибудь бутербродах в плане багет, когда вот сэндвич в виде багета, или в каких-нибудь сэндвичах треугольником, да и то. Следующее, что меня очень удивило, особенно после московского метро, которое ходило как часы очень часто, это насколько здесь долго нужно ждать поезд в метро. Вот здесь, например, между поездами целых 6 минут, представьте себе.
Ну что, мы уже дома, на улице на самом деле пошел еще сильнее дождь, поэтому мы ретировались быстренько в укрытие и приехали уже домой. И сейчас я приготовлю быстренько обед, ну а потом расскажу вам о последнем моем удивлении. Ну что, я уже помыла и порезала напополам баклажаны и также приготовила маринад. Для него нужно 4 столовые ложки оливкового масла, по 1 чайной ложке паприки и чеснока. Кстати, можете порезать свежий. И совсем чуть-чуть соли и перца. И вот, как вы видите, я баклажаны еще порезала вот на такие кубики внутри. То есть просто вот так. И здесь не прорезано, видите, просто внутренняя часть. И теперь нужно маринадом намазать каждый и в духовочку на 30 минут примерно на 180 градусов. Ну а пока там готовятся баклажаны в духовке, я сделала то, что будет сверху, такой как топпинг. Это булгур, здесь сметана, песто, порезала помидорки маленькие, фету и также зерна граната. И там Алиса Пиквик Пейперс, привет. Представляет книжки, сразу вдохновляет читать. Ну что, я тут уже все художественно набросала. И получилась вот такая красота. Муж уже ест, сидит, говорит, что очень вкусно. И да, так что у нас здесь внизу баклажаны, сверху булгур, песто, сметана, немножко томатов, фета и зернышки граната. Я бы еще сверху добавила листиков каких-нибудь, но листиков нет. Поэтому, я думаю, достаточно и так хорошо и вкусно. Дома так темно, что пришлось включить свет, хотя сейчас всего 3 часа дня, но да, все-таки дождь на улице дает о себе знать. Ну и последняя вещь, которая меня удивила, о которой я вспомнила, кстати, потому что наверняка их было больше, просто, конечно же, со временем они немножко так вот сглаживаются, уже выветриваются воспоминания. И последняя вещь, она как раз связана с домом. А удивило меня то, что французы очень часто не меняют обувь. То есть они очень часто продолжают по дому ходить в той же самой обуви, в которой они пришли с улицы. И хотя я уже была, в принципе, с этим знакома, потому что я жила в Америке, несмотря на это, здесь меня удивило то, что даже в квартирах очень часто французы не разуваются. То есть, если это их собственная квартира, все-таки больше шансов, но вот если они приходят в гости кому-то, то очень часто гости просто продолжают ходить по квартире, если их специально не попросили, например, переобуться. И для меня это, конечно, это было большое удивление, потому что, ну как это с улицы, там же куча грязи. И грязи не в плане даже, как это сказать, вот какой-то няши, да, чего-то такого, вот прям грязь, земля, потому что здесь ее как-то особо нет на улицах, но в плане там, допустим, микробов и так далее, для меня это, конечно, был шок. Но вот так вот, и, кстати, да, у нас все разуваются, потому что, ну, я по-другому просто не представляю. Так что вот эта штука со мной осталась, и я до сих пор, ну, я не удивляюсь уже, что французы не разуваются, но... Все равно это не то, что я пока готова, скажем так, принять и жить по такому правилу. Ну что, это были все такие моменты удивительные, которые пришли мне в голову. Если вдруг вы были во Франции или, например, в какой-то другой стране или живете в другой стране, напишите, что вас удивило больше всего, вот прям больше всего, когда вы туда приехали, допустим, в тур-поездку или уже жить. Давайте общаться внизу, как обычно, в комментариях. Ну а я надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось, и до встречи уже в новых видео совсем скоро здесь же, на этом же канале.